Бубна под гулкой кожи. Та прямо сердцебиение. Все громче, все невозможней. Проходят сквозь пламя руки, касаясь небесных деревьев, как искры сияют звуки. Михаилу Дмитриевичу Гуляеву. Уважаемые горожане, дорогие участники ярмарки, выставки, уважаемые делегаты 7-го съезда коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия, рассчитываю вас поздравить от имени главы республики, от имени правительства Республики Саха-Якутия с днем Арктики и открытием 3-го межрегионального ярмарки выставки «Мир Арктики». Уважаемые делегаты 7-го съезда коренных малочисленных народов, все представители наших коренных малочисленных народов, горожане, от имени Государственного собрания Илтумен, от имени Национального союза оленеводов России и от себя лично поздравляю всех вас с Днем Арктики, с открытием 3-й межрегиональной выставки ярмарки. Коренные малочисленные народы – это уникальное достояние нашего российского государства. И эти люди достойно представляет свою самобытную культуру, свое искусство. И сегодня в эти дни будут ряд мероприятий здесь. И, конечно, вот те традиционные промыслы, рукоделия, мастера, косторезы и так далее, и так далее. Менду. Здорово! Айма-матери Медекалу, Якутск. Уважаемые наши сородичи, гости столицы, мы вас приветствуем сегодня на самый главный праздник, праздник жителей Арктики. Арктика сегодня смотрит на будущее уверенно. Мы уже 4-й раз мы празднуем этот день. Как уже сказано, 12 декабря 2014 года, год завершения года Арктики,
главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым был издан указ о ежегодном праздновании этого дня. Государственный комитет по делам Арктики, можно сказать, тоже дитя этого года Арктики. В наших северных территориях Российской Федерации. Ну и как я сам лично, как северный товарищ.